безумие страстей, который год играю для себя. Все кажется, вот маску я сниму. Хорошо, и этот мир изменится со мной. До ислама здесь был буддизм. Через долину Хунза проходил легендарный шелковый путь. Здесь находили убежище многие буддийские миссионеры и монахи. В результате большинство местного населения в свое время стали исповедовать буддизм. А этот регион сыграл важную роль в его распространении по всей Азии. Ислам же